извиняюсь. Можно вас спросить, что вы думаете о безвизе? Пару слов. Что думаете? Вот, чтобы я сказал? Нет, чтобы, говорят, после... Ну, это нужное дело. Потом хорошо, туда, плохо. Вы собираетесь ехать? Нет. Не, ну, чтобы... Нужно и нужно. Все. Нет. Извините. Да, не, нужно, потому что... Вот. У меня сын там живет. У меня жена там живет. А, ну. Сын там живет, да? Да. Значит, и вы уже в курсе дела, вам вас ничем не удивить. Вы ездите в Европу, да? Да. Ясно. Ну, так уже половина одесситов, наверное, там перебывала. Ну, тогда даже спрашивать. Понятное дело, что вы уже... А вам нравится это? Я могу сказать это вне камеры. Что именно это? Не, мне очень многое не нравится. Но я не имею права высказывать свое мнение. Я должен... Мне нравится, вот, мне нравится безвизовый режим, потому что я могу вот сесть, просто поехать, вот, и ничего не хочу, там, да. И сын у меня туда ездит, ну... Да. Извините. Да, знакомые, то есть родственники туда ездят, мы нет. Ясно. И не поедем. Почему? Потому что. Ясно. Извините. Спасибо. Удачного дня.